Мир всем приходящим на наш канал YouTube. Содержание материалов, которые здесь находятся, посвящено одному, чтобы человек узнал, кто он такой и как избрать лучший путь и спасти душу свою для вечности. То есть все делается по Святой Библии, во свете Библии. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными ведем мы православный бой. Где палим в грехах, забыв Божий страх, правители нынче в слезах. Ты смело шагай и не унывай, другим на пути помогай. С Христом во плоти нам нужно идти, пройти километры дорог. Ты слышишь вперед, труба нас зовет, и это все делает Бог. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными славный бой. О, сколько врагов и столько друзей, о Боге ты не забывай. Ты в жизни своей все преодолей, лишь Божьему слову взывай. Оно тем сильней, сердце твое звучит все ясней и ясней. Бог свет создал из ничего, и в мире всем станет светлей. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными славный бой. Во свете Библии поем об истине, мы путь прокладываем свой. Делами дивными в Христе едиными православный бой. Ведем мы православный бой. Ведем мы православный бой. Во свете Библии поем об истине, мы православный бой. Ведем мы православный бой.
это нас Господь послал идти до края Вселенной и проповедовать учение Иисуса Христа. Это во свете Библии. И как Мартин Лютер говорил, в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос. Милости просим на наш YouTube, на наш сайт, на форум и на Mail.ru. Там просто зарядите Игнатий Лапкин. И материалы все к вашим услугам. Аллилуйя. Аминь.